Вот. Нормальная резкость. Все идет. Весна. Все. Я только отъездом, короче. Ой, только что прошли русские, слышал? Удивительно. У нас здесь в Катовицах очень редко можно встретить русскую речь. Вот наш драпочмур. Ой, какой вот высокий. Такой вот. Все очень хорошие квартиры, говорят. И что это дает? Нифига не дает, не знаю. Ни к чему приближает. Улица Складовской Кюри. Такие дома вот здесь есть красивые, но они вот немножечко не отреставрированы. А если вот их привести в порядок, очень красиво бы все это смотрелось. Жабка. Магазинчики, которые всегда работают. Алкоголи. Пися алкоголем. А вон то, там палац молодежи. Это улица Жвирки и Вигуры. Хоть знаю улицы, которые близко расположены от нас. Это такие щиты информационные, где можно посмотреть, например, о каком-то доме, нажать кнопочку и все посчитать. Вот, например, сейчас стоит она Драпочи. Удобная вещь. Вот отсюда снимать. Вот наш дом такой. Он красивый вообще, конечно, в стиле модерн, очень красивый. Нравится. Хорошо, что зимы у нас не было вообще. Мне такое нравится. А вот тоже такой дом, вроде бы единый. Один – это отреставрированное крыло, там отреставрированное крыло. А вот это вот крыло не отреставрированное. Вот какое вот некрасивое. Ну что это? Ну, может, отреставрируют, и тоже будет красиво. А вообще, конечно, портит вид вот такие вот здания обшарпанные. Ну, понимаю, конечно, на все это деньги надо. Со временем, может быть, все будет. Еще одно здание. Вот эти вот здания тут вот тоже в стиле модерн. Тоже оно начало 20-е или 30-е годы. Тоже интересное здание. Вот палац молодежи. Когда мы приехали, он был такой страшный, черный. А сейчас вот его потихонечку реставрируют. Очень хорошо. Бензозаправка. Сколько стоит? 5,37. Раньше это для нас было так актуально, когда у нас была машина. Красиво обкладывают мрамором, что ли, или нет? Очень хорошо. Это был такой черный, страшный, весь... Приличненький домик становится. Вот, наконец-то снесли этот дом где-то месяц назад. Такой страшный дом был. Властитель не хотел его сносить. А вот теперь проблема с мусором. Не знают, кто его будет вывозить. Властитель тоже, видимо, не хочет вывозить. Но вот такая вот гора мусора уже где-то месяц. Но хорошо, что хоть снесли. Наши галереи. Решили сегодня в магазинчик пойти, в галерею, который. Красивое место, хорошо сделали здесь. Галерею через вокзал решили проехать. Нравится мне так наш вокзальчик. Как всегда тепло, кофе пахнет. На
Здесь вот вход в галерею. Ой, как кофе пахнет, вообще класс. Так, это мы вот в Стокротке, в такой небольшой супермаркет. Галереи. Сюда заехали чуть-чуть взять за продуктами. Там булочки, кайзерки взяли. Хлеб. Но хлеба сегодня здесь мало. Но взяли. Тут всякая шара-бара. Не понимаю, почему такие полотенца дорогие. Ренчник по 15 злотых. Ну куда это? Почему 15 злотых какой-то ренчник? Еще дорогие рукавички. 30 злотых. Дамские перчатки. Тоже дорого, дорого. Кофейный отдел. Давай возьмем. Кофе такое купили ерундовое. Сейчас хотим другое что-нибудь взять. Какое только. Вообще, больше всего мы вот это вот любим. Чиба, фэмили. Ты что взял? Ага. Хорошо. Ну, тут такой небольшой отделный. Отдельчик такой. Вот. Побывали в Стокротке, понакупали опять всякой ерунды. Почему так получается? Идешь за хлебом, а покупаешь, что только не покупаешь. Ну ладно, что ж поделаешь. Такова жизнь.